друзья, с вами Наталья Шадрина. Сегодня я пришла в салон, косметический салон. Представляю вам Светлану Самойленко. Это моя волшебница, она превращает всех женщин в красавиц. Так что приходите к ней, расскажу, где ее салон. А сегодня мы посмотрим, как это чудо происходит. Сейчас я вот пришла вот такая вот, вся такая вот. И вскоре я вам покажу, какая я буду после этого. Смотрите, какой салон Светлана открыла. Вот, все тут. Занимается она косметикой Мэри Кей, да? Светлана, расскажи маленько о косметике. Почему ты ее выбрала, именно эту косметику? Я ее выбрала, потому что я ее сама обожаю. Это косметика уходовая, класса люкс. Она очень высокого качества. Поэтому я сама ей пользуюсь и с удовольствием предлагаю своим клиентам, своим дорогим, любимым клиентам. Да, да, да. И действительно, начинаешь туда пользоваться, понимаешь, что это нужно, чтобы ты был красивый, молодой, ухоженный, чтобы кожа наша пропиталась и морщинки поменьше стали. Все тут у нас, которые приходят, женщины, они прям все молодеют на глазах. Вот это чудо вы сейчас и будете смотреть. Давай, Светлана сейчас приступит ко мне. Маленько вы посмотрите, сейчас меня будут удалять весь макияж, который у меня есть. Да. А потом начинается таинство. Да, сейчас вы посмотрите, какая я живая. И такая, которая обычно я встаю по утрам. Здесь не просто получаю макияж, да? Здесь еще идет консультация. Консультация профессионального косметолога. То есть человек рассказывает, как правильно ухаживать за кожей, как наносить даже макияж правильно, чтобы ваша кожа оставалась здоровой надолго. Мы вообще продаем косметику Мэри Кей, да, консультанта, мы продаем ее и учим ухаживать, учим ей пользоваться этой косметикой. Вот, посмотрите сейчас, вот это все, это то, чем Светлана руководит, это вот все ее волшебные палочки, вот это стол, рабочий стол. Это не все. Где, да, и говорит, это, даже не все это. Это не все, это да. Да, есть помада. Так, ну вот, все убрали. Сейчас мы остановим нашу съемку. Завтра будете смотреть продолжение. Что же было дальше? Всего доброго, пока.